1 июня началось перечисление социальных выплат семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет, в которых среднедушевой ежемесячный доход ниже показателя прожиточного минимума. В Новосибирской области размер ежемесячной выплаты 6018 рублей 50 копеек. Данная выплата назначается на срок на 12 месяцев со дня достижения возраста ребенком 3 лет. И если заявители подают заявление до 31 декабря 2020 года, то она начисляется за предыдущий период, начиная с 1 января 2020 года. В беззаявительном порядке данная выплата назначается родителям, опекунам, попечителям, которые являются получателями ежемесячного детского пособия на ребенка в соответствии с законом Новосибирской области о социальной поддержке граждан, имеющих детей. За назначением данной выплаты следует обращаться через портал государственных услуг или МФЦ. Когда подается заявление, обязательно нужно указывать весь состав семьи, потому что у нас граждане решили, что достаточно указать только одного родителя и того ребенка, на которого эта выплата распространяется. Еще раз хочу подчеркнуть, в заявлении должен быть указан полный состав семьи. Для назначения данной выплаты также необходимо наличие совместной регистрации с ребенком по одному адресу. Отдельные условия применяются гражданам, чьи дети были рождены за территорией Российской Федерации. Если у родителей есть ребенок, у которого получено свидетельство о рождении на территории иностранного государства, данные граждане должны обратиться лично либо через МФЦ, либо через Центры социальной поддержки населения, потому что свидетельство о рождении получено на территории другого государства, и в соответствии у нас нет возможности сделать запрос и подтвердить данные по этому ребенку. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции центрами социальной поддержки населения осуществляется автоматическое продление различных выплат. Это федеральная ежемесячная денежная выплата в связи с усыновлением, рождением первого ребенка, региональные выплаты, такое как ежемесячная денежное пособие на ребенка в Новосибирской области, ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей на третьего и последующих детей из числа многодетных семей, субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и возмещение расходов на содержание детей в дошкольных учреждениях. К настоящему времени уже 2100 бердских семей стали обладателями этих выплат.